Рязанский музей путешественников был основан героем России Михаилом Малаховым. В экспозиции представлены ценные материалы экспедиции рязанских путешественников, артефакты, научные изыскания, фотографии и заметки. Здесь даже можно увидеть русский якорь голландского образца 18 века. Директор музея Александр Капитанов нашел его совершенно случайно. Ему позвонили люди, у которых якорь долгое время лежал в сарае, и они хотели сдавать артефакт на металлолом. Очень долгое время был на дачном участке одного фтерновского крестьянина. После этот участок был заброшен, 20 лет крестьянин умер, пришел новый собственник, еще 20 лет пролежал, и после случайно звонок и говорит, к нам приходит, здесь вот якорь у нас валяется какой-то, вам якорь не нужен. Рязанский музей путешественников поистине считается уникальным. Подобного в стране просто больше не найти. Основной целью сотрудники музея считают сохранить память о достижениях и открытиях рязанских первооткрывателей неизведанных земель, а также освещать деятельность современных экспедиций. Например, в июле рязанцы прошли по пути своего земляка и великого русского путешественника маршрутами Семенова Тяньшанского. Нигде так не прославляют путешественников, своих земляков, путешественников, географов, которые занимались открытиями каждое свое время, открывали что-то неизведанное для нас, как в Рязани. Мы этим гордимся. Кроме выставок по итогам экспедиции, организовывается постоянная работа с детьми в школах и детских лагерях. Но и на этом деятельность музея не ограничивается. В планах у членов регионального отделения Русского географического общества продолжить аллею в городском саду в честь знаменитых рязанских путешественников, вошедших в историю страны. В ближайшем будущем рязанское отделение РГО займет дом Лаврентия Загоскина, исследователя Аляски и Алеутских островов.